В начале апреля к жителям региона пришло настоящее ощущение весны. Солнечная погода поднимает настроение и заряжает энергией. Температура воздуха на этой неделе поднялась выше отметки в плюс 10 градусов. В ближайшие дни местами пройдут кратковременные дожди, до 3 апреля очень тепло. Температурный фон будет превышать климатическую норму на 9-12 градусов. Ночью около плюс 10, днем при южном ветре воздух будет прогреваться до 17-20 градусов. Поэтому могут быть перекрыты абсолютные максимумы температуры воздуха 1951 года. Тогда в Нижнем Новгороде было плюс 18 градусов. 3 апреля станет самым теплым днем недели. Температура воздуха поднимется до плюс 18 градусов. Осадков не ожидается, но облачная погода сохранится. К ночи столбик термометра опустится до отметки плюс 9 градусов. 4 апреля немного похолодает. Температура будет на отметке плюс 15 градусов. Ночью до плюс 4. Возможны дожди. Далеко убирать шапки и куртки пока не стоит. В последний рабочий день этой недели, 5 апреля, воздух прогреется лишь до плюс 7 градусов. Погода ожидается облачная и временами дождливая. К ночи в городе похолодает до нуля. По данным синоптиков, минусовых температур в апреле уже не будет. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.